К новостям культуры. В Русском драматическом театре прошел конкурс акынов. Музыкальное состязание среди народных поэтов-импровизаторов проходит в Шымкенте во второй раз. В этом году в нем приняли участие 10 акынов из Южно-Казахстанской области и Алма-Аты. В своих песнях они рассказывали о достижениях страны за годы независимости. Обладателем гран-при в размере 200 тысяч тенге стал шымкентский акын Даурен Аксакалов. А победу в конкурсе одержал алматинский акын Бибигуль Талибольдинова. Она удостоилась главного приза конкурса. Мы усердно готовились к этому конкурсу, вспоминали наших батыров, своих предков. Это важно в преддверии 25-летия независимости нашей страны.